А тим часом Іван Дорн не приховує свого хвилювання перед зустрічю з підопічними. Волнуюсь немного. Чому? Ти як свіжий взгляд, тому що я їх вже бачив. У мене є вже якісь свої пріоритети, якісь свої предпочтения, скажем так. И я этого и боюсь. Боюсь ошибиться. А твой свежий взгляд мне как раз и поможет посмотреть, скажем так, по-новому на это все. Я можу поглянути на них інакше, і це допоможе тобі обрати. Тут є троє, хто має сьогодні піти. Так і є. Всі ми пам'ятаємо, яким драматичним був вибір категорії дівчата у тренувальному таборі. Сьогодні перед Іваном стоїть іще ваші завдання – не прогадати із фінальною трійкою підопічних. Перша дівчинка, яка буде виступати, ми її називаємо українською Адель. Адель? Я. Як Адель? Адель? Да. Ти зараз зрозумієш. Я вже не можу, я волнуюся дуже сильно. 2,5. Вважаю, я не конкурент. Маленькая девочка, ну, попоет и уйдет. Ну, ничего такого. Они просто, они не знают меня внутри. Свои 14 лет я считаю, что я уже понимаю, где я нахожусь и для чего я сюда пришла. Я стала работать еще больше. На вокале вот я стою, и у меня вот так, я пою, и у меня вот такая капелька пота. Но зато это, конечно, круто будет. Я реально вот, я представляю, как я на прямом эфире, вот открывается занавес, стоит Лера, Бьонс. Я понимаю, что от меня все зависит, но я сделаю все, абсолютно все. Я не буду выкладываться на 100%, я выложусь на какую-то бесконечность. Ирочка, я искренне болею за тебя, очень хочу, чтобы у тебя все получилось, потому что ты этого достойна. Спасибо. И очень хочется, чтобы сейчас... Ты блеснула. Спасибо большое. Здравствуйте. Oh, yes. О, так. Здравствуй, Валерия. Как справа? Как дела? I'm fine, but I'm a little nervous. Don't be nervous. The thing is, don't не нервуй. Be nervous. Think of me as like, уявімо, що я твій брат або сестра старша. Окей. Ніби ми у тебе вдома, у твоїй родині, просто відпочиваємо. Я не брат, я твоя мама. Яка гарненька мама, красуня. Окей. Починаємо. Мені подобається, як вона закінчує фрази. Somebody to love me.
Султанова. Спасибо, спасибо. Спасибо. Чудово. Хорошо. Дякую. Не обращай внимания на наши аплодисменты. Это может значить многое, в том числе и нет. Все равно спасибо. Спасибо. Ты молодец. Все. Давайте мне еще. Thank you so much. Рады знакомству. Так, увидел сходство, нет? А? Садель, увидел сходство? Yes. Да. Ну как? Честно, ощущение такое вот. Действительно, я хотела перед этими людьми исполнить эту песню. У меня аж слезы сейчас наворачиваются. Это настолько было круто, вот действительно круто, мне очень понравилось. Верочка, ты умница. Будем спасибо. Будем ждать результата. Да, спасибо. Спасибо. Ты просто офигенная, я тебе говорю. Вообще как, Дора нормально приняла? Ну, вроде бы улыбалась, но знаете, это вначале так, а потом как бы хоп, и ты не проходишь. В общем, очень сложно. Там очень сложно. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш официальный канал на YouTube. Там есть много чего интересного.